Все, наверное, уже знают, что есть такая функция, когда тебе информационная система помогает ответить на вопросы, которые у тебя есть, но при этом значительно снижается нагрузка на людей, на фельдшеров, которые сейчас нужны без этого, да, которые нужны для того, чтобы оказывать непосредственно помощь. Мы можем их высвободить. Мы попробовали сделать такой сервис, он уже работает на сайте 7-й поликлиники, поэтому очень надеюсь, что этот сервис как можно серьезнее поможет снизить вот эту нагрузку на наших медиков, на наших волонтеров, и мы сможем их высвободить на другие направления работы. Чат-бот позволяет, не обнаружив ответа на свой вопрос, его сформулировать. Мы эти вопросы будем прорабатывать и дополнять эту базу ответов все новой информацией.